Всем доброе утро. Как всегда, гуляем. Боже, как пахнут апельсиновые деревья. Вообще. Я сегодня пораньше приехала. Вроде клиентка должна была быть без 15. Но, в принципе, они мне 2 раза позвонили. Так они и должны были. Или я рано приехала. В общем, пока на площади тут у нас гуляем. С Чарли Брауном моим. Знаете, вот этот запах апельсинов цветущих мне напоминает весну. Прям я парикмахерскую открыла в марте. И помню вот этот запах. Я на площадь выходила, садилась сюда, на эти лавочки, и загорала. Здесь не было еще ни ресторана, ни вот этого магазина. Я была единственная на целой площади. Это была раньше главная площадь в деревне. Вот это, представляете, здесь ей. Это раньше была, как это называется-то, фармация, аптека. Там сейчас ресторан открыли. Он так и называется, лабутика. Пойду сейчас полотенце стирать, у меня там целая машинка набралась. Итак, пылюку вытирать. Ну, клиентка точно придет. У нее сегодня врач, а к врачу они должны все ходить прихорошенные. Ну как же, а куда им еще ходить? Так что вот такие пироги у нас на утро. А еще смотрите, я еще не успела убрать все эти штуки, которые делали бабушки тут. Ее реанимировали. Ну как, не реанимировали, она была в нормальном состоянии у меня. Проверяли, что с ней. Вот, а еще у меня остался ее платок. И что с ним делать, я совершенно не знаю. А, знаю. Ко мне ходит ее двоюродная сестра. Я ей его отдам. Потому что выбрасывать как-то стрёмно. А держать у себя еще стремнее. А еще у меня чудо. Посмотрите, он скоро зацветет. Один. Совсем один. Видите, тут новые растут эти листочки. И один цветочек. Такой вообще, это не чудо разве? Самое настоящее чудо, пипец. Один. Я когда увидела, чуть не офигела. Вот так. Поставила уже машинку стираться. И все. Буду клиента ждать. Время-то еще рано. Решила заехать, кружочек навернуть по пляжу. А то Чарли лежал, мне его жалко стало. Пускай побегает, разомнет косточки. Ветер прям такой ледяной, знаете. Небольшой, но прям холодно. Если бы не было ветра, было бы самое настоящее лето. Морем пахнет сегодня вкусно. Наверное, шторм был, потому что гляжу весь пляж, видите, так вот мокрый. Вот. Мы сейчас поедем в Лидл. Куплю кое-какое мясо. Ну, не кое-какое, вернее. Муж говорит, задолбался он есть курицу и индейку. Говорит, хочу свинину. Ой, я не могу. Смех и грех. Поеду свинину куплю. Не знаю, карбонат, наверное. Он самый нежирный такой. И, может быть, рис. С рисом сделаю. Вообще в планах, да, вот так сделать. Вот такие у нас по плану. А потом после обеда у меня, мы вчера машину, она там, знаете, что-то было, в общем, руль трёсся вот так. Вот, и муж повез ее в механику, или как там его называется. В общем, он говорит, ни в чем дело, нужно колеса новые. Колеса, говорит, у вас вообще пипец. Я видела, правда, они там вообще, знаете, здесь очень узкие улицы и бордюры. Постоянно залезаем на бордюры. Ну, залезаем, я тоже залезаю. Я один раз так наехала, что пипец. Думала, что колесо совсем там взорвалось. Потому что действительно, я даже почему-то не знаю, не обратила внимания. В общем, ну, вроде дорога, улица ровная была. А бордюр, видимо, как-то выходила. В общем, я так на него налетела, что
Там пипец, как оно, это колесо еще живое, непонятно. Короче, мы влетели на два колеса. Колеса, сами знаете, недешевое удовольствие. Ну да ладно, что я вот мне вчера сказал, типа, ну, этот механик говорит, как вы вообще ездите, это же опасно. Я сегодня ехала на работу и вообще тряслась вся, думаю, блин. Сюда спускалась, ехала медленно, выбирала дорогу, чтобы не было никаких почек, ничего. Ой, вы знаете, когда не знаешь, вроде бы и ладно. Когда тебе скажут, что это опасно, то какой-то уже появляется. Я вчера говорю, ой, я говорю, боюсь на ней ехать. Он говорит, давай я тебя отвезу. А это, знаете, как отвезет, потом ждать, когда приедет, и сможет ли приехать. В общем, я говорю, нет, я лучше потихонечку. Я почти всегда после работы, мне нравится в магазин заезжать, что-нибудь купить, там хлеб или еще что-то. Потому что дома всегда что-то надо. Я не знаю, как люди на месяц покупают, делают закупки. Мне всегда что-то надо, мне всегда что-то заканчивается. Поэтому вот такие вот у нас пироги. Кстати, пирожков я бы сейчас поела. Даже не пирожков, а... Да, вот знаете, не чебуреки, а как беляши. Как бы я их съела, два беляшечка точно затащила бы. Ну, для себя любимый я делать не буду, потому что из-за двух беляшей столько работы, а купить у нас негде. К счастью. Иначе бы я не вылезала из этих магазинов и питалась бы одними. Но это шутка, конечно же. Здесь тоже есть всякая быстрая еда, быстрое приготовление, вот эти всякие фастфуды. Я, как вы могли бы заметить, ими не сильно не увлекаюсь. Вот. Ну, так как мне готовить нравится, поэтому, наверное, и не увлекаюсь. Хотя ничего против не имею. Когда нет времени, нет желания готовить, то можно и что-нибудь купить такое полуготовое. Где он там? Бежит. Так что вот так вот. После обеда поедем. Бабулечки готовить. Готовьте. И будем обувать мою красавицу. Ну, я вообще думала, что вообще что-то там, он говорит, с осью там что-то. Может, прям это, прям вот так вот шатался руль. А так, потому что на какие-то дальние поездки, ну, в смысле дальние, там, в Гранаду 100 километров, еще куда-то, Малагу там 150 километров, мы ездим он на моей машине. Не знаю почему. Ну, так привычнее. И чтобы колеса пускай будут хорошие стоять. Собачка красивая. Вообще народу в это время не очень много, но оно и понятно, время уже обеденное. Как бы кто сюда придет-то? Все люди уже пошли за детьми. У нас, кстати, в этот четверг большой праздник, день Андалусии. Вот. И все отдыхают. О, блин, женщина загорает, прикол. Все отдыхают. И школы... И еще что-то там сделают, в общем, пуэнты. То есть они будут отдыхать с четверга до понедельника. То есть четверг, пятница, суббота, воскресенье. Представляете, сколько? Прям каникулы у них. Классно. Ой, а тут что-то куда залез. А этот куда его занесло? Смотрите, что он там делает. Ну вот, спрятался. А что они там делают? Я вот сегодня никак не залезу туда. Я бы тоже с удовольствием туда полезла. Потеплее будет, и чтобы не ветра, я туда тоже полезу и посмотрю. Вообще люблю везде лазить. Смотрите, какое море классное вообще. Не знаю, как она не мерзнет. Я иду вот так вот от ветра. Мне холодно, мерзлячка. Она сидит, загорает вообще. Тут тебе и люди. Поэтому нужно одеваться по... Как говорится, по своему состоянию. Я не смотрю никогда ни на людей, как они одеты. Некоторые вон ходят уже как бы чуть ли не по-летнему, а мне еще холодно. Какое лето? Какое оно лето нафиг? Поэтому я летом, мне никогда не жарко. Вот бабушки тут и... Или вообще даже не бабушки, все тут. Вообще испанцы очень, знаете, не любят жару. Как-то это все странно. Да, вроде бы. Хотя, что странного, они мне тоже. Ты же привыкла к холоду. Я нифига к нему не привыкла. Так, наверное, они к жаре не привыкли. И они не любят жару. Они ее плохо переносят. А мне наоборот, мне никогда не жарко. Дома, вот, например,
Ни кондиционера у нас нету, не включаем эти вентиляторы, потому что они вообще не нужны мне, не жарко. Поэтому не знаю. Лето я переношу хорошо. Купила вот такие вот оливки, они намного вкуснее. В Лидле взяла вот такую баклажку, 3 евро. Вот, там с чесночком, со всеми делами, мне очень нравится. Рис. Трес делися, там, ну, видите, да, с чем. Свой любимый салат сейчас сделаю. Карбонат сейчас тоже сделаю быстренько. И водичку попить. И все. Так что я сейчас буду поджарю немножко вот это и салатик. Всем приятного аппетита. Приехали колеса составлять с машинки. А сейчас быстренько их поставят. И все. И поедем на пляж гулять. По пляжу, наверное, пройдемся сегодня. У нас пляжный день. Да, Митико? С моим маленьким зайкой. Хорошо, что никого нету. А то бы очередь еще ждать. Мы всегда сюда ездим. Колеса менять. Так что вот так вот. Буду с новыми. С новой обувкой. Правда, 2 передних только. Ну, задний сказал нормальный. Обмыли колеса в Макдональдсе. Точнее, взяли по мороженому порошку. Обожаю мороженое с Макдональдса. Это вообще, я не знаю. Оно мне так нравится. Ну, а теперь, естественно, идем его растрясать. На улице так хорошо. Правда, немножко прохладненько, знаете. Ветер уже не такой дует сильный, вообще почти нет. Такая иногда бриза есть, такая с моря. Но прохладно, прям холодно. Ну, февраль еще рано нам до жары. Люди гуляют, но детей нету. Там одна девочка бегала с собачкой и с Чарли моей. Чарли пытался сыграть с этой, с ее собачкой, и девочка за ней, с ними развлекалась заодно. Так что вот так. Море прекрасное. Бегает. Моя рыба золотая. Дети ходят, гуляют, бабушки, дедушки. Спортом занимаются. А там у нас порт. Вот огоньки. Это какой-то теплоход, наверное, большой стоит. На теплоходе музыка играет, а ты один стоишь на берегу. Машу рукой, а сердце замирает, и ничего поделать не могу. Совсем скоро наши прогулки по пляжу закончатся, потому что будет очень много народу здесь. И так свободно не погуляешь с собакой. Вот. Что тут осталось-то буквально? Знаете, время быстро летит. Будем в парк ездить там. Туда парк. Тоже хороший. На пляже, конечно, лучше подышать морским воздухом. Конечно, он нифига не пахнет. А не пахнет морем. Но все равно у нас, вот видите, тут кампинг. Или кемпинг, как он называется. По-правильному-то. Все пусто. А буквально через пару месяцев будет все. Вот велосипедист. Вот посмотрите. Вот дорожка. Велосипедная. Вот она. Нет. Вот он тут едет. А попробуй пройтись по его дорожке. Знаете, сколько возмущений будет? Страсть. Прям вот так и хочется им что-нибудь ответить. Но ведь не побежишь за ним вдогонку. Эй, ты ехай по своей дорожке, вам их для чего сделали? Ой, не могу. Смех и грех. Так, в общем, сейчас буду делать воду с лимоном и с мятой. У меня, к сожалению, нет никакой посудины или графина, куда могу все это заделать. Есть вот такое от Батидоры, от миксера, литровые всего лишь. Лимон, я там новые лимончики купила, вот они. И мята, мята у меня в горшке растет. Так, это все, посуда помыта, а это еще не помыта. И буду водичку пить лимонную, вкусную-вкусную. Смотрите, какая водичка прекрасная. А здесь у меня чаек с имбирем. Надо мята туда тоже кинуть. Опс. Вот.
И все, на этом мой день закончился. Пойду чаек пить. Батарейка садится на телефоне. Вот, и буду с вами прощаться до завтра. Снова с вами встретимся. Всего вам самого наилучшего. И всем пока-пока и до завтра.